Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы всадники Олуха. Так, забираем с тобой 25 миллионов рыбы за пятый день. Прекрасно. Так, теперь мне хочется посмотреть, есть у нас какое-нибудь событие. Да, есть, но, как ты видишь, ранний доступ. Это только для драконьих наездников, он уже открыт. А нам придется ждать целый день и еще 14 часов. Да, жалко, конечно. Ну-ка, что у нас тут? 5 миллионов древесины принес мне беззубик. Так, ладно, допустим. Так, ну а мы с тобой давай Громель. Он у меня, кстати, получил уровень. Нам нужно... Сколько здесь для улучшения? 10 драконов 85 уровня. 10 драконов, да? Значит, мы с тобой делаем следующим образом. Кормим Громеля и отправляем его учиться дальше. Так, что у нас здесь получается? Он 77 уровня, тоже, я думаю, ребята, его надо в плане. А, древесины нету. Да ну, брось ты, нету древесины, как так-то? Вот, древесины у нас полным-полно. 37 миллионов древесины на обучение. Так, отправили еще одного. Ветрокрыл мне принес железо. Кстати, надо его тоже обучить. Да... 5. Пускай. Пускай идет учится тоже. Так, древоруб. Его покормим. И тоже отправим учиться. Так, что дальше у нас тут? Ага. Эти оболтусы у меня тут прокачались, я смотрю. Так, иди тоже тренируйся. Так, цветочек заберем заодно. Ну, ребята, я уже не успею. 9 дней осталось, а у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Не, не успею. Не видать мне этого яичка, конечно, драконьего. Но ничего с этим поделать не могу. Так, лети-ка ты у нас, браток Барсик, в приключения. И эти тоже у меня, да? Получили по уровню и тоже пойдут... Ох, ничего себе. Сокращает время приключения. Серия испытаний скорость плюс 6 и серия испытаний здоровье плюс 100. Но 10 тысяч, ребята, 10 тысяч рун. Ну куда? Ну, у меня нету столько. Да даже если бы и были, мне бы было бы жалко тратить. Так, ну что, пускай они тоже летят. Блин, а там за 50 рун было какое-то новое приключение. Поздно спохватился я. Так, а что это у нас тут такое? А, яйцо. Ну, яйцо у меня что, ребят, еще 2 дня будет вылупляться. То самое новое, которое мы с тобой нашли на страже. Так. Костолом. Костолом не может идти обучаться, потому что не хватает места в академке. Вот именно поэтому. Так, ну что, сейчас мы с тобой всех отправим на тренировки и сами пойдем на арену. Так, здесь рыба. Забираем, отправляем. Здесь древесина. Тоже отправляем на добычу. Обучить. Они все готовы, ребята, у меня обучаться. Но, видишь, место в академии уже занято. Так что ничего пока у нас не получится. Да и очень много нужно железа, ты представляешь? Это нужно за один уровень 5 железа потратить. Я думаю, что это очень дорого. Так, ну что, вроде бы как всех отправили. Теперь давай-ка мы с тобой будем открывать пак. Первый идет у нас бесплатный. Шепот смерти, крылатый ужас. Так, шторморез. Немножечко ресурсов. Так, и у нас еще здесь есть рекламный. Его тоже глянем. Монеты Одина 6 штук и сам пак. Крылатый ужас. Так. Душитель, громель и ресурсы. Так, далее мы с тобой смотрим, что нам принесли наши легендарные драконы. Так, листочек плюс янтарь. Листочек плюс янтарь. Зеленая смерть нам приносит корму и опять же тусклый янтарь. Так, а эти что у меня прохлаждаются?
Ну-ка, быстро. Ты за древесиной, а ты за рыбой. Полетели, да, короче? Так, здесь у нас задание, которое выполнено. Мы с тобой забираем награды. Тут у нас тусклый янтарь. Бабочки. 30 и тут 50. Итого 80 бабочек получаем. В наезднике. Почему-то наездники показывают, но там на самом деле ничего не было. И еще 50 бабочек. Замечательно. Так, приобрести тусклый янтарь у Эрита. Но насчет тусклого янтаря у Эрита у нас не получится, потому что он его не всегда, ребята, продает. Так, обмен. Отказываемся. А вот здесь я приобретаю. Замечательно. Так, ну что, давай, наверное, еще с тобой быстренько сделаем. Погоди-ка. Да, победа над флотом. Начать. Блин. Увеличивать награды в приключении. Ого. И здоровье в бою, прикинь, сколько у него вместо 2000. Блин, может взять, ребят. Это кто у нас? Страж Грамгильда. Блин, купить или нет, а? А у меня вообще есть Грамгильда? Здоровье в бою увеличивает награду в приключении. Я куплю, ребята. Меня, наверное, сейчас заругают все, но... Просили также многие. Рэй, почему ты не покупаешь скины, типа, новые? Какое действие? А кто у меня? А, у меня эти ребята обучаются. Тогда придется кого-то другого брать. Хм. Давай, наверное, сделаем с тобой вот так и вот так. Стражи пойдут в бой. В плане опять что-то не то. Ай, древоруб же учится. Ну что, сейчас попробуем, ребята, запинать. Да здесь, наверное, хватит мне и без зубика, в принципе. Флот не такой уж большой здесь. Сам видишь. Без зубик и кревет. Поехали. Хотя, ничего подобного, ребята. Ты посмотри, какие они... Оу. Ребят, я, по-моему, погорячился. Я думал, что здесь мы с тобой быстро пройдем, но, как видишь, флот очень сильным стал. Очень сильным. Даже, я думаю, без зубика сейчас все-таки у меня подобьют. Неожиданно, конечно, для меня. Так, вот эти вот... Оу, если без зубика уничтожат, это будет плохо. Да, и ключ мы с тобой сейчас потеряем. Так, не хватает. Надо было мне вот все-таки их отсюда, наверное, выпускать. А я выпустил их на самые такие мощные корабли. Нет, здесь мы проигрываем. Да здесь, видишь, не хватало мне еще ветрокрыла. В общем, все мои топовые бойцы были на обучении. Поэтому зря я, наверное, сюда ломанулся, конечно. Да нет, тут надо отступать, это бесполезно. Но зато я теперь могу без зубика отправить дальше на поиски. Что мы с тобой будем искать? Давай-ка посмотрим. Ага, мечи крада у нас нету. Пускай он летит. Ага, а у нас с тобой что остается? Забрать здесь пак. Шепот смерти, ловары, кревет и кривоклык. Следующий открываем. Здесь мы с тобой, кстати, не забрали награды в тот раз. Только сейчас вспомнил. Давай посмотрим, что у нас тут. Душитель, ужас, ищейка. Блин, скоро откроется. Если мы еще с тобой найдем на него одну карточку, он у нас откроется. Так, и вот еще набор. Так, шторморез, древоруб, чудовище. Так, а теперь знаешь, что мне интересно знать? Где у нас страж Грамгильда, которую я прокачал? Или...
Сейчас зайдем в мои драконы. Смотрим. Или это просто на Грамгильду можно... Подожди, подожди. Грамгильда, ну-ка, информация. Вот я взял ее, да, купил за руны. Но это же скин, насколько я помню. У меня Грамгильды больше никакой нету. Тут тоже, как мы видим, нету. Хм. Улучшить. Так, ребят, я немножко запутался. А как... Как нам поменять скин? Кто-нибудь знает? Что-то я вообще запарился маленько. Или это все-таки не здесь делается? А где-то вот тут, может быть, на ездике? Нет. Мне нужна книжка вот эта вот. Мы ее сейчас откроем. И, наверное, вот здесь вот. Пара сардельки. Не знаю. Так, академка у нас полностью забита. А как же быть-то тогда, а? Я купил скин, а поставить его не могу. Немножко как-то несправедливо получается. Или там злобный змеевик? Нет, по-моему, там Грамгильда. Так, надо не по классу, все-таки по редкости, да? Снарядить, улучшить. А у меня даже нету его, надо искать тоже, злобного змеевика. Информация. В общем, друзья мои, если вы знаете, как это поменять, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Что-то я не могу допетрить. Может быть, уже автоматом на нем стоит все, а? Как ты думаешь? Вряд ли. Так, ну, а мы с тобой идем на арену. Попробуем заработать сегодня 2 пака вождя. Потому что все равно нам делать нечего. У нас все задания, как говорится, профукались. И будем с тобой тогда на арене здесь действовать. Да, я бы, конечно, хотел бы посмотреть, как у нас страж Грамгильды вот в этой вот супер-пупер броне, которую мы с тобой приобрели. Извини меня, 2000, да? Или 9000. Разница, конечно, ощутимая. Слушай, а почему я забыл про дымодышащего, а? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот тебе и... Вот, ребята, и аукнулось. Заговорился, называется. Кто-то из подписчиков писал: Рэй, поиграй, пожалуйста, в драконы всадники Олуха 3 в ряд. Я отвечаю на этот вопрос, друзья мои. Я играл, я записывал даже 2 видоса. Записал, но выложить их не смог. Причина тому — запрет на музыку, ребята. Там музыка идет оригинальная из фильма, из мультика. А она защищена правами авторскими. Поэтому я и не смог выложить. Ну, а как ты понимаешь, переделать ролик весь не получится. Потому что у меня, извини меня, запись идет как бы в прямом эфире, да? И если я уберу там звук, то, соответственно, и голос мой тоже уберется. А так, если кто не знает, игра довольно прикольная. Мне понравилась. Но вот я тебе говорю, за счет того, что там авторские права на музыку, я ее не смог выложить у себя на канале. А так, 2 серии у меня было записано. Ну-ка, что у нас здесь? Шепот смерти. Так, громобой. Начнем, наверное, с шепота. Так, ребят, я не знаю, возможно, сегодня мы еще поиграем с вами в Юрский парк. Обещать не буду, но возможно. Что ты делаешь? Так, теперь тут громобой, блин, этот ветрокрыл. Я не знаю, наверное, громобой все-таки надо шарахать. Блин, что, барсиков хотят завалить? Угу, хотят. Так, у меня есть одна надежда. Нет, по-моему, нету никакой надежды. Сейчас будет заморозка. Я думал, что кривоклык успеет повесить
слепоту. Но видишь, ничего не вышло. Промахнулся, и это хорошо. А этот не промахнулся, ни шиша. Ну что, бомбашим тогда? Тогда мы бомбашим с тобой. Добьешь? Красавчик. А этот опять со своей заморозкой, блин. Ну все, тут крышка, скорее всего. Хотя... давай-ка поборемся все-таки. Удвоение энергии пошло. Так, я на него попробую сейчас слепоту повесить, чтобы он не использовал, ребята, свой суперудар. Хотя он его будет использовать. Правда, промахнется. Давай-давай-давай, транжирь. Отлично. Ну, бей. Чей промахнулся? На тебе. Так, ребят, я думаю, что все, ему крышка. Вот так вот Кривоклык здесь победил. А здесь у нас Громорог. Так, тихо-тихо-тихо. Громорог, наверное, будет первым, да, у нас на разбор идти. Потом Костолом. Нет, потом не Костолом, потом, скорее всего, Шторморез пойдет. Так, секунду. Секунду, что нам сделать? Добьешь? Красавчик. Просто красавчик. Ну, готовимся, ребята, получить сейчас оглушение. Или же... блин. Сейчас будет разбег. В кого? В Кривоклык, наверное. А нет. В Шторморезом ударил. Хм. Что-то как-то плохо у нас тут все идет. Опять разбег. Так, я чувствую, сейчас добьет он все-таки. Угу. Но это зря. Это было сделано зря. Мы его, ребят, сейчас будем просто уничтожать. Мы его не будем выпускать из слепоты, во-первых. И в то же время еще и бомбить по нему. Без остановки. Давай, давай, давай. А вот дудки тебе. На-ка, получи слепоту. Будешь знать, как маленьких обижать. Мы по уровню действительно маленькие по сравнению с ним. Он 16 левел имеет, а мы с тобой 14 и 15. Ну и остается только лишь добить. И добьет его кто? Барсик. Вот так вот это все делается. Ну что, давай откроем пак вождя и посмотрим, что он отсюда выпадет. Шторморез, кревет, крылатый ужас, вострозуб и сарделечка. Окей, ну, как я и обещал, пойдем за вторым паком сходим. Фи. Кревет, ветрокрыл. Да я думаю, разберем сейчас. Кревет, ветрокрыл. Начнем с кревета. Мне не нравятся его лазеры вот эти, которые он... и промахнулся. На тебе. И надо, кстати, ребята, посмотреть, какое изваяние мы сможем с тобой в ближайшее время купить новое. Надо вообще посмотреть, сколько у нас янтаря накопилось. Так, давай-ка мы, наверное, с тобой сделаем вот так. Надо ветрокрыло уничтожать как можно быстрее. Ага. Погнали. Сделаем вот так. И добивка. Ну что, блин, а этот сейчас под усиленной атакой сделает свой метеорит. Я думал, будет массовая атака на самом деле. Но он почему-то этого не стал делать. А зря. Потому что мы его уничтожили. А здесь у нас с тобой... ё-моё. Так, Барсик. Костолом. И скала. Я, наверное, начну с Барсика. Хотя надо было начать... ладно, фиг с ним. Что сделали, то сделали. Сейчас будем... блин, он больно бьется. Так, неужели они копят энергию для того, чтобы Костолом меня здесь ушатал? А? Точно. Точно. Ай-яй-яй.
Жаль. Да уничтожат они, конечно же, ребят. Что они будут смотреть на него, думаешь? Нет, конечно. Все. Поехали сюда тогда. Слушай, нам надо его брать в слепоту. Вот этого вот, ханорика. А этот будет хвостом бить. И что творит? Он, видишь, что он вытворяет? Так, этот нам немножко поможет, да? Ой-ой-ой. Слушай, мне уже кажется, мы вряд ли успеем. Или успеем. Успели. Так, ну что, Костолом, все, тогда тебе кранты. Ты остался один, а нас опять двое. И здесь ты ничего нам не сделаешь. Мы будем просто его держать ослепленным желанием ненависти, да? И сами этим моментом пользоваться. Ну давай, давай. Беги, не споткнись только там, смотри. Так, а через день, да, через полтора суток, ребята, мы с вами будем играть в события. И надеюсь, мы его пройдем. Ну, здесь практически та же самая команда, да, только вместо Костолома здесь Шторморез. Поехали, короче. Начнем с глыбы. Ну куда ты лезешь, а? Твою налево глушат ведь, да? Фига Барсику влепил. Ты не оборзел ли, парнишка? Так вжаривать-то, а? Так мощно бомбит. А, так тут про 17 уровень. Я думаю, что такое? Ой-ой-ой, кому-то сейчас не сдобровать будет. Я, кажется, думаю, Барсику. Блин, он опять его, да? Он ненавидит Штормореза, люто причем ненавидит. И этот сразу подходил из-под тяжка. И этот, да? Нет, этот другого начал бить. Так. Надо убивать его. Слушай, сейчас мы будем с тобой, если успеем, хиляться. Если успеем. Мы успеваем. Замечательно. Так, добьешь? А почему? Почему такой слабый урон был? Что-то не все переключились на Кривоклыка. Почему? Что он нам сделал такого, а? Скажи-ка мне на милость. На-ка. Получи и распишись. А мы заработали на второй пак вождя. Громель, Крылатый ужас, Вострозуб, Громобой защитник и Сарделька. Как-то вот так. Ну что, подожди-ка, здесь мне делать нечего. Блин, тут столько еще, ребята, персонажей, да, будет, которых нам предстоит открыть. О, еще 60 бабочек. Кстати, надо посмотреть, сколько мы вообще с тобой уже накопили бабочек. На данный момент у нас почти 6000. 5730. Пока мне хватает только лишь на рассветный укус или там болотная задира. Но есть время, да, 19 дней. Хочется, конечно, получить грязнулю. Премиум. То есть это топовый, да, у нас дракончик. Так, что остается? А по-моему все, друзья, по-моему все на сегодня. Прокачка невозможна. Невозможно. О, какой он стал хорошенький. О, наконец он начал плавать, а то тут с краешку где-то сидел. Блин, теперь нам придется опять копить с тобой руны. На самом деле я хотел купить вот здесь вот территорию. Или где она у нас там? Огнеброн. Ну, прикольно выглядит. Викингов на Олухе 7000 должно быть. 7000, а у меня только 2000. Ты представляешь, это сколько еще тут всяких будет построек? Это еще на сколько лет мне этой игры хватит, а? Да. Ну, вроде бы как все. У нас там, что за задание вообще? Так, поищите грозу морей в бухте кровопролития. Выполните обмен какой-то.
Повысите уровень Громеля на 3 и повысите уровень Шепота Смерти на 3. Ага, он пошел уже, да, повышать уровень. Да, ну что, друзья мои, на этой ноте мы будем завершать эту серию. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.